Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы поговорим о новинке в компании Oriflame. У нас выходит 4 новых оттенка в серии Giordani Gold, это помада Эликсир. Чем эта помада хороша? Ну, во-первых, это жидкая помада, она обладает таким свойством, трансформируется в матовую после нанесения, у нее высокая стойкость, эта помада не собирается в складках губ, не растекается, и удобное нанесение. И я когда протестировала эту помаду, я сразу поняла, что она идеально подойдет для тех, кто хочет, чтобы губы были накрашены, а при этом часто приходится одевать маску, потому что она действительно не отпечатывается. И еще такой момент: если вы к стойким помадам относитесь негативно, то есть они вам сушат губы, стягивают, вы испытываете какой-то дискомфорт, то эта помада, она комфортная и при этом стойкая. Меня это удивило, потому что я, честно говоря, не ожидала. Вот так красиво выглядит помада. Покажу вам ее чудесную кисть, которой действительно очень удобно наносить помаду на губы. И цвет теплый кашемир. Мы ее сейчас с вами попробуем. Итак, мои губы сейчас без помады, без бальзама. Смотрите, какое будет классное нанесение. Обычно я использую контурные карандаши для губ, но не всегда. Иногда хочется быстро, легким движением руки нанести помаду. И именно это мы сейчас с вами сделаем. Итак, внимание, поехали. Оттенок потрясающий. Мне кажется, такой цвет подойдет под любой наряд. А я обычно помаду подбираю именно не под цвет глаз, не под цвет волос, а именно под одежду. А такой оттенок, он, в общем-то, нейтральный, поэтому подойдет под любую. Пахнет вкусно. Кстати, не сказала, такой сладенький, сладко-конфетный какой-то. Аромат очень приятный. Я отлично справилась без контурного карандаша. Как вы видите, у кисточки такой удобный острый кончик, который аккуратненько проходит прямо по контуру губ. Что нужно сделать? Нанести и чуть-чуть подождать. То есть не облизывать губы, не тереть их друг об друга. Дать помаде улечься, чтобы она хорошо зафиксировалась. И после этого я делаю такой тест-драйв. То есть я беру чистый лист с двух сторон, вы видите, он абсолютно чистый. Чуть-чуть нужно, конечно, дать времени побольше, чтобы помада впиталась и встала на место, но мы сделаем это прямо сейчас. Итак, эксперимент. Чуть-чуть, там, где больше нанесла, смотрите, с этой стороны вообще не отпечаталось, а с этой прям вот капельку, значит, плохо растушевала. Чувствуете, как классно? Именно такая помада нам и нужна, чтобы была легкая, стойкая, не сушила, не стягивала губы и красиво выглядела. Если вы уже такую помаду пробовали, потому что в коллекции у нас выходит 4 новинки, а уже было 8 оттенков, то есть это не совсем новинка. Если вы пробовали, напишите в комментариях свой отзыв, свои впечатления. Я думаю, что это многим будет полезно, потому что сейчас мы выбираем такую продукцию, чтобы взять и быть довольным раз и навсегда. Благодарю вас за внимание. Если видео полезное, с вас лайк. Подписывайтесь на мой канал. И всего вам самого доброго, красоты и счастья. Пока-пока.